постоянно доказывают свои чувства приятными словами. Они подпускают к себе только близких по духу людей. Это страстные и душевные личности. Общение для них – это движение и поиск своей сущности. Это профессионально грамотные и начитанные личности. Они добиваются больших успехов лишь в сложных сферах. Их притягивает опасность. Они любят рисковать. Они заражают окружающих своей живостью и позитивом. Они не мыслят своего существования без общения. Часто становятся грамотными педагогами и учеными. Стремятся достичь материальной стабильности. В любовных отношениях эти люди очень отзывчивы. Достигают успеха в передовых технологиях и искусстве. Это интеллектуально начитанные и образованные личности. Они не позволяют вмешиваться в отношения посторонним. Их простота и непринужденность заслуживают уважения. Они способны воодушевить команду на достижение и результат. Благодаря творческим способностям формируют новые идеи. Это дисциплинированные, немногословные и приятные люди. Они нуждаются во внимании со стороны партнера. Это упорные, амбициозные и развитые личности. Обладают находчивостью и практическим подходом. Эти люди часто элегантны и обворожительны. Это умные, темпераментные и сексуальные личности. Они умеют слушать и давать дельные советы. Они энергичны и самоотвержены. Они способны читать других людей, словно открытую книгу. Это интеллигентные и утонченные личности. Они стремятся произвести впечатление на других людей. Умеют выйти из любой жизненной ситуации. Интуитивная особенность определяет действительность. Они умеют вести себя в обществе, знают правила этикета. Способны эффективно сотрудничать, доказывая важность. Они избегают конфликтов, многие ценят их за интеллект и карьерные стремления. Они обладают талантом убеждать, отказать им сложно. Они редко страдают серьезными хроническими заболеваниями. Это любопытные, находчивые и целеустремленные личности. Эти люди кажутся окружающим строгими и неприступными. Они предпочитают постоянно развиваться и познавать новое. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.